Накануне стало известно, что с нового года Сбербанк планирует закрыть свой филиал на улице Ленина. Вместо Сберкассы жителям предлагают терминалы по оплате услуг и оставят только банкомат. Люди недоумевают, в чем причина такого решения. Я против того, чтобы закрывали этот Сбербанк, уже филиал. Он очень удобный, я живу тут рядом. Он, мне кажется, он всегда полный, как не придешь. И очень... Даже плохо будет, если его закроют. Там мне нужно каждый месяц снимать деньги. У меня внук под опекой. Поэтому плохо. Жители Мирного все как один против закрытия филиала Сбербанка. Они считают, что город не должен остаться без этого отделения. Здесь удобно. Во-первых, касса Аэрофлота. Вдруг вот так денег не хватит бежать туда. Я считаю, что здесь очень удобно. Это очень хорошее место, где можно спокойно всегда прийти и заплатить денежки. Хоть штраф, хоть пенсионный. Всегда очень удобно. Я категорически против. Основное руководство филиалов Сбербанка находится в Якутске. Нам удалось связаться по телефону с одним из представителей. Вот что поясняет Жанна Никонова, пресс-секретарь якутского отделения Сбербанка. По причине невозможности приведения помещения в соответствии с требованием, предъявляемым Банком России к подразделениям кредитных организаций, мы приносим свои извинения клиенту. Обслуживание клиентов указанного офиса будет осуществляться в дополнительном офисе номер 231, расположенном по адресу улица Комсомольская, 13. Кроме того, для проведения платежей и переводов Сбербанк предлагает жителям Мирного воспользоваться альтернативными каналами банковского обслуживания посредством интернета и мобильных устройств. Свое возмущение до сих пор люди высказывали только устно. Планируют направить официальное обращение от жителей города в адрес Сбербанка. Надеются, что к ним прислушаются. Августа Степанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».